В 12-й раз Тверь принимает участников второго этапа всероссийского конкурса названия «Лучший по профессии среди судебных приставов Центрального федерального округа». Состязаются по 4 номинациям. Тверь выступает организатором соревнований, так как именно в столице Верхневолжья работает учебно-методический центр. Те, кто победил у нас в нашем этапе, да, по вот этим направлениям, они участвуют сейчас в конкурсах по федеральным округам. Тот, кто победит уже вот в этом этапе, то поедет в Москву и будет уже называться самым лучшим либо судебным приставом-исполнителем, да, либо вот дознавателем и судебным приставом ОПДС. Цель конкурса – повышение престижа Федеральной службы судебных приставов, рост профессионального уровня сотрудников органов принудительного исполнения. Они все лучшие, да, потому что они стали участвовать в этом конкурсе, потому что они не побоялись. Ну и, конечно же, я считаю, что, увы, так как первое место у нас только одно, второе только одно и третье. Конечно, самое главное, что люди участвуют, что люди стремятся показать свои знания, свой опыт. Потому что многие приезжают на конкурс уже не первый раз. И наши сотрудники тоже не получилось, да, в прошлом году они участвуют в этом. И есть вот ребята, которые приезжают и все равно добиваются. Вот, например, в этом году парень из Смоленска, судебный пристав, осуществляющий розыск, вот в прошлом году занял 3-е место, а в этом году все-таки добился 1-го места. Это очень хорошо, потому что, во-первых, такие конкурсы тоже сближают, во-вторых, то, что они видят друг у друга, да, к чему стремятся, это позволяет им и дальше повышать свой профессиональный уровень. Ну, а если у нас будут работать профессионалы, значит, наша работа будет более качественной. При проведении испытаний участникам предлагается выполнять тесты и практические занятия по направлению деятельности, а также в конкурсных заданиях физическая и огневая подготовка.